Привет, друзья! Продолжаем реализовывать функции для нашего полного беспилотника. Сегодня я покажу новую функцию, которая будет, скорее всего, включена и для обычного автопилота, и это будет очень полезно. Значит, у нас автопилот умеет ездить по линиям, по кривым, сделали мы траектории всяких, алгоритмы всяких движений, но до сих пор у нас никак не реализована функция заделки. Некоторые объезжают поле сразу же, некоторые в конце работы, но в любом случае надо заделывать по кругу поле. Теперь у нас эта функция есть. Вот, появилась новая кнопочка. Нажимаем. Определяет автоматически половину ширины агрегата. Нажимаем. И все. Если мы включим автопилот, и он у вас есть, то трактор поедет по этой траектории. Пока у нас тут копируется граница поля с острыми углами. Но это мы все подправим, тут уже нюансы. И самое интересное для тех, кто следит, как идет развитие проекта беспилотника по минным полям, сейчас я покажу тоже, что с этим связано, и как будет удобно автопилоту в конце работы не заехать в посадку, а поехать по заделке. Я по-быстрому объехал симулятором поле, настолько ровно, насколько смог. У нас остается последний проход. Теперь вот автопилот включен, и мы едем. Вот он нарисовал последний проход, последний поворот. И сейчас посмотрим, что произойдет. Я выхожу на разворот. И включается объезд по кругу, и наш беспилотник поедет заделывать сам. Поедет заделывать и будет крутиться по этой траектории, пока мы его не остановим. Поскольку у нас механическая коробка автомат, у нас нет возможности все это выключить и остановить. Иначе нам суждено заехать в посадку, либо еще куда-то. А так он будет ехать. Средства остановки мы уже там придумали. Но до идеала, конечно, далеко. Потому что для идеала нужна автоматическая коробка. У нас ее нет. Функция, как я и говорил, будет включена для обычного автопилота, также для параллельного вождения, потому что траектория заделки тоже удобная вещь, по которой можно будет ехать. Всем спасибо, всем пока.